Marquee Vattur. Bubuk Alexander Marquee Vattur. Βατατάμε σύντροι, κατατούει τα νηγιά μας, το κουτλίσκι Αλεξάνδρου. Διορτώνουμε στην Μαρκία Βατούρ. Κατατούει τα νηγιά μας, το Αλεξάνδρου. Pentru locul numărul 2, locul 3, este invitat cu locul numărul 2, categorie 97 kg, Duraru Nikita și Bălinski Vladislav. Yeah.
Артем Чернобыль. Звичайний шанс для себе.
Руслан Вадим. Тучук. Кто? Там еще Гитлер. Категория научащий Ань, 4000 килограмм. Бултага Дмитру, Катун Давид. Категория музея Бундага Дмитру, Октагон, Катун Давид, Шуантон. Thank you.
77 литров. Человек Тимур Матинзон Влад. Thank you.
Сонятка Маделіна, Бурла і Батяже, Міндріла Паліна, Платон. Розтарі, Пуйна Печі, Чорний Полець, Пуйна Печі.
Андрюха Калина, Сувейка Ирина. А сколько пачкал? А сколько? Я говорю, не смотрела на этот экран, я на ребенка смотрела. Я даже свои очки не смотрела. У него было 5 очков в месяц. У того мальчика. Да.
серии Дмитро Волдага, Чепурец Тимур. Лупка пентру финал.
очка, мы уже идем вперед. Молодец, давай. По очкам ты впереди. Опа. Давай, давай, Влад, молодец. Влад, давай. Ой, нога. Молодец, давай! Фиксируй его! Опа! Все! Все, красавец! Вот, молодец! Красавец! Видишь, на болевой перешел. Очки по очкам, но и на болевой. Я всегда так нервничаю. Ну ладно тебе. Ты можешь со мной вести беседу. Да, 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 говори. Оль! Но вот сейчас подождите друга. Послушай, Никита. Дам тебе сироп. Но ты пока дай ему. Пусть я тяну отек. Дай бокс. Воды, воды просто. Но вот здесь человек, он нужен Никита Тайбокс, Зельтяну Артем, номер 2. Толя, давай быстрее домой, у него температура, нужно этот парашют дать ему. Алло? Да, отлично. Да, прямо сейчас у него 39. И выиграл третье место. Участвую на болевой. Молодец. Да, очень красиво. Единственное, что разведи меньше объем, он потом просто водой запивает. Он не хочет этот весь объем пить. Пол чашки, чуть больше половины чашки теплой воды. Медаль, подожди, выиграл. А где-то, конечно, один бой выиграл, но очков-то у нас два. Thank you.
счет, видите, время, но времени сейчас поломалось. Поэтому они так настроены.
надо найти спасение.